Ребята, всем привет, это Хижина Музыканта. Сегодня у нас 5-й выпуск. Гитарист притворяется звездой в чат-рулетке. То есть я буду прикидываться автором песен, которые сейчас звучат по радио. Они находятся на высоких позициях в чарте, но на лицо этих фрешменов, ребят, мало кто знает. И я этим воспользуюсь. Досмотрите до конца, в конце разыграю 3 видеокурса в моей школе гитары и вокала. Приятного просмотра. Подожди, не переключай, я знаю, что ты любишь песни. Давай, ты угадал. Я тоже люблю, можно посмотреть, как ты поешь? Можно, давай я вам свою спою, хорошо? Хорошо, мы послушаем. Стреляй, пам-пам-пам, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Стреляй, пам-пам-пам, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Я так тебя люблю, моя бэби-мама. Тебе не нужны Гуччи, Луи, Прада. Своей простотой убила во мне гада. Маленькам поют с небес, ну и ладно. Что на нас, эй, посмотри на нас. Что мы делаем с тобой, заняты сейчас. Что на нас, эй, посмотри на нас. Что мы делаем с тобой, заняты сейчас. Можно вопрос, это правда ты поешь эту песню? Мы просто да. Хоть раз её слышали. Ты автор этой песни? Слышали? Да, вот это гра-та-та-та-та. Стреляй, да. Папа. Мы требуем продолжения. Ты хотел нас обмануть или ты правда эту песню? Да, это я сочинил эту песню. Мы вложили 1150 продвижения, и она пошла наконец-то, хоть что-то пошло. Нет, я до этого тоже писал песни, они нифига не расходились, а вот это... То есть это твой звук, вот эта гра та 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 та. Стреляй, да, ну, там, конечно, электроника добавлена, поэтому немножко... Слушай, я в шоке, она очень популярна в ТикТоке. Это реально жесть. Там даже я видела девочку Дина, ты ее знаешь, блогера? У нее там 10 с чем, даже 17, по-моему, миллион подписчиков, она снимала очень много видео под эту песню. Дина Саева, что ли? Да. Нифига, пропустила этот момент что-то. Там под твой звук очень много видео. Мы требуем продолжения. Если это правда ты, то я очень рада. Ну, это прикольно. Офигенно. Если ну, ты знаешь, меня обманываешь, то мы. Ну то я сейчас в шоке. Офигеть. Ну, у артиста времени нет, знаешь, сидеть там что-то, ТикТок смотреть, кто там сколько всего снял. Мы просто песни пишем. Я сейчас уже новый трек пишу, поэтому не знаю даже, что там творить. Как он, ну, типа, твой ник какой? Ну, как Конфуз. Конфуз. Да. Антон, если не знали. Антон. Да, че, еще раз хочешь, что ли? Да! Может, ты назовешь что-нибудь, что вы любите? Я просто раньше кавер пел. Извини, пожалуйста, у тебя очень знакомое название «Конфуз». Я слышала, но я не помню песни, какие у тебя еще есть популярные. «Ламба». Давай, давай, давай. На гитаре она хреново звучит, если что. Потому что там фальцетом. Еду в «Ламба», «Ламба», «Ламба». Вот это же, помните? Давай, пожалуйста, давай. Она не звучит на гитаре, я не буду позориться. Слушай, это очень крутое, это вот так неожиданно. Ну вот смотри, вопрос такой, лучше дрочера встретить или блогера? Как конечно, блогера. Лучше встретить тебя. Конечно, блогера, но просто это, вот ты сидишь, типа, попадаются то какие-то, о, скинь сиськи, извините за выражение, то какие-то, ну, вот все вот это показывают, ну зачем это делать? Ну да, но даже этого людям как бы мало, так сказать. Как, знаешь, вот эта песня сейчас просто сыграла, так очень напомнила. Как это? Бум. Я помню белые обои и черная посуда. А, вахтером, что ли? Да, 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 да. Ну так, припев чисто могу уж. Давай. Я помню белые обои, черная посуда. Наш хрущевке твое. Кто мы, откуда, откуда задвигаем шторы? Кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, бахтер, почему я на ней так сдвинут? Куплет не помню, если честно. Вау, это просто... Я хотела похлопать, но я держу телефон. Это очень круто, я вообще серьезно. Ребята, не все хотят полить свое лицо в чат-рулетке, но очень хотят пообщаться там. Как же быть? Я нашел альтернативное решение, это новый сервис для общения под названием Shuffly. Это чат голосового общения, который работает бесплатно, без интернета, взимается только плата по вашему тарифу сотового оператора. Чат анонимный, вы можете легко себе найти собеседника и пообщаться на любую тему. Просто вбивайте в вашем телефоне вот этот номер. И общаетесь рандомно на разные темы с любыми людьми. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, из какого города? Я из Казани, а вы? А я из Нижнего. Обязательно протестируйте, ссылочка в описании. Привет, вот музыкант. Песню, прошу на бис, что-нибудь. Ну давай. Бурно, потише. Давай. Свою спою, если не против. Вообще не против, только за. Слушаем. Отлично. Слышишь, братья, жизнь далеко не праздник, ву, выбирай, на кого ты его тратишь, ву, и пускай нас замучает кашель, то чего стоит, время покажет, пока молодой, значит, время дорог, если надо будет, руби биты порог, все, что потеряем, то потом найдем, так что давай, так что понеслась, эй-я, 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 друзья не меняют на вопрос, мои хулиганы пьют за добром, больше дела, меньше слов, эй-я, вообще отлично. Спасибо, у тебя тоже нормальное движение. Никто так не пританцовывал никогда. Вот, просто они не были такие веселые, энергичные. Ой, блин. А, даже так? Давай спасибо. Еще. А что, вот есть любимая песня какая-нибудь? Ой, блин. Что ты любишь Ой. Слушать? Но нет. Рок, шансон, всем и то, что было, набило. Откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новые, а заново один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Нормально, ты дирижером стал теперь? Вообще не могу. Как жаль, что да. Нас ограничивает экран, да? Да. Напишешь свой инстаграм? Ирина, какой мой инстаграм? Блин. Ну посмотри, пожалуйста, я лошара, я не помню так наизусть. Вот насочиняют всякое. Посмотри. Я не могу смотреть. Посмотри мой инстаграм. Нифига себе, прикольные девчонки попались. Подожди, он просто разговаривает. Майя, я за тобой повторяю. Что? Ничего. Да? Любите песни под гитару? Я знаю только Алену Швец. А, ну, тогда тебе понравится одна песня. Конечно, она моя авторская. Такая чутка восточная, знаешь? А горки вкус твоей любви меня убил, теперь бесил, а ты змея, пустил и я любовный яд. Я так рад, что все прошло, и может быть, и не было, и ничего, прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь бесил, а ты змея, пустил и я любовный яд. Я так рад, что все прошло, и может быть, и не было, и ничего, прощай, прощай, моя любовь, и никогда не вспоминай. Это офигенно. Когда-нибудь это станет популярным. Это она тоже. Я где-то это слышала. Она уже потихоньку, да, расходится, ведь, видишь, подруга слышала. Это круто. Тик-токи слышала. Наконец-то может получится выстрелить, типа. Ну, я давно пишу песни. Не получалось, так сказать, вырваться. Удачи тебе. Спасибо. А что, не придумали никакую песню, то, что вам нравится? Я бы мог спеть. Ну, просто навряд ли ты их знаешь. Ну, Алену Швец, да, пока не пел еще. Папин Олимпос. Ну, можно, кстати.
Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, насколько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У тебя слезы на глазах, у него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Это офигенно. Вот прям надо. Понравилось? Прошло ли его вообще? Классно. А вам, типа, сколько лет? Мне 14. Я тоже на гитаре играю. Да? Алена, да? Ну, все что угодно могу, я типа подбираю быстро. Ого, здорово. О, гитаристка. Привет. Привет, сыграешь? Ну, я так только месяц играю, но я и пою, и играю месяц. А, ну все, давай. Ты вчера не сидела в чат-рулетке случайно, такое знакомое лицо? Сидела. Может, я с тобой общался? Нет. Ты не помнишь меня? Нет? Нет, тебя точно нет. Ну, давай друг другу сыграем, ты мне, я тебе что-нибудь. Только сейчас... одну секунду, окей? Ну да, да. Не секунду, но понял. Ну да, давай. Че будешь петь? Так, подожди. А ты случайно там не тиктокер какой-то? No, God, please, no! Мне кажется, на сегодняшний день тикток у всех уже есть. Но я имею в виду, там может какой-то знаменитый, а я не знаю, сейчас сижу, общаюсь. Да нет, какой? Тебе тяжело пробиться, блин, столько всяких певцов, гитаристов, блогеров, блин, тиктокеров. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way I hold the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you know here to give me strength. I let my guard down, and you pulled it right. I was getting kinda used to being someone else. И это ты называешь не очень? Это прям как иностранка настоящая, даже без акцента. Спасибо, но я еще круче тренироваться могу. А мне что тебе спеть, я даже не знаю. Ой, а ты слушаешь Камбулата? Да. Там типа как сейчас? Ты тоже поешь, да, его? Наконец у меня роста, ее глаза светятся будто. Ага, я понял. Но конкретно эту песню я еще не пробовал, но скоро попробую. Я могу тебе сыграть самую его главную песню. Тебе понравится? Я как Томас Шелби, с грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, с грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе я. Вау. У тебя такой слух офигенный. Ты прямо все ноты попадаешь, я в шоке. Молодец, как и ты. Спасибо. Как и ты, в принципе. Ну, мне еще тренироваться много. Ну, знаешь, я как перфекционист отрабатываю просто... Когда учу новую песню, отрабатываю каждую нотку, распеваюсь, там, репетирую, здесь повторяю прямо. Чтобы вот в любой момент меня спросили, вот ты спросила, я мог спеть и сделать это круто, чисто. Ну что, ребят, давайте разыграем 3 видеокурса в мою школу гитары и вокала. Вот предыдущий выпуск чат-рулетки. Переходим на сайт Uncle Group, вставляем и определяем победителя. У нас здесь 2472 комментария. Кстати, не так мало. Первый победитель — Вова Поланский.
поздравляет меня с миллионом подписчиков. Спасибо большое. Вы тоже очень крутые. Второй победитель. Это Павел Войничкич. Блин. Повезло человеку. Написал всего лишь одну букву в комментариях. И третий победитель. Женя Мелеш. Поздравляю, ребят, напишите мне ВКонтакте, а для участия, ребята, просто поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и напишите любой комментарий. Увидимся!